Друзья, сейчас многие озадачиваются, как же обшить фасад дома, какой выбрать материал. Так вот, очень популярная тема сейчас обшивать фасады именно планкеном, профилем планкен. Да-да-да. Ой, что это я? Ну вот, продолжаем. Значит, что хочу, в принципе, вам сказать, что у нашей компании, наверное, у единственной компании, которая может изготавливать планкен не только из лиственницы, не только из сосны, но еще и из кедра, кедра. Почему мы решили выполнить такой профиль для наших клиентов? Вот обратите внимание, что многие задаются вопросом, как это так, лиственница же это самый устойчивый материал. И когда начинаешь рассказывать, что действительно этот материал дает усушку больше, почти в 2-3 раза, чем кедр, очень сильно многие удивляются. Так вот, смотрите, планкен из лиственницы. Насколько он дал усадку здесь на стенде, пока мы его смонтировали. Вот опять же висит планкен прямой из сосны, тоже, да, разошелся не совсем равномерно. Любая вагонка тоже будет расходиться. Так вот, обратите внимание, что планкен из кедра, вот он у нас здесь висит, наверное, уже больше полугода. Никакой усадки материал не дал. Вот в чем основной плюс планкена, выполненного из кедра. Поэтому компания Лесобаза РФ сделала для своих клиентов такой профиль. Обращайтесь.